Люди, это надо видеть. Вот это вот счастье у меня выклинчило в картошку. Что, уже съела, что ли? Как так показать, чтобы видно было? Видно? Мой хороший, боже, боже, морда моя. Ты же уже покушала. Куда в тебя столько лезет? Голодный кошек. Тихий ужас, да, убежала картошка, вот, надо ее съесть. Я уже ей взяла половинку, короче, ну вот, попочку от вот этого оторвала. Сделала в мундире, хочу сделать Ньюли. Насмотрелась видео Алекса и Миланы, вот. Решила сделать Ньюли, а тут оказывается кошка, которая ест картошку. Это невероятно что-то. На тебе. Ой, 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 вон упала. Вон упала, вон упала. На кошку попала. Ужас. Ужас. Почему именно вот она шкурку просит, на? Ой, ой, ну пальцы мне есть не надо, ну не надо мои пальцы есть, ладно? Ужас. На тебе еще дам, на тебе еще дам, на тебе дам, хороший. Представляете? Вы это можете представить? На еще. Ужас. Ужас. На задних лапах. Ой. Ой-ой-ой. Что еще хочешь? Ты такой голодный зверь? Такой голодный зверь? Да? Эту шкурку мы давать не будем. Она какая-то грязноватая. А картошечку на... Кто бы мог подумать, слушайте. Ай. Поглотитель. Ну что, раздербанить, отдать остатки картошки? На. На тебе. Тебе. Правильно. Молоденькая. Вкусненькая. А правда? Все? Наелся? Кислых щей наелся? Прелесть. Вон. Вот там перчик вытянуло у меня. Ест его целый день. Пожует, пожует, выплюнет. Кошка. Ковка. И иска. Серьезный зверь. Да? Да. А, то есть пальцы мои вкусные. А то, что в тарелке лежит картошенка, это уже невкусно? Тут вон Сишенька сидит. Ты же тоже хочешь? Что, с ума сошли кошки? Вы ж мясо должны есть. Ты тоже хочешь картошку? Облизывает. На, я тебе кусочек оторву. На, во. Кусочек, на. Ой. На. Не? Не, Сишка, конечно, всеядная, но такое она не ест. А вот это сюда, чудо ест. Ой, ой, убежала. Ну, с пола вкуснее, конечно. В тарелке невкусно, с пола вкуснее. Мой хороший. Скажи, хватит надо мной издеваться.
Вообще я сплю. Да? Ты моя радость, ты моя радость. Ай-яй-яй, безотходное производство. Ну вообще. Все, наелся? Не лопнешь? Хотя вот сейчас вот видно, как будто у нее бок валился. А в руки берешь так пухленький. Все, накормился. Кругленький. Во, вот сверху видно, что кругленький. Мой хороший. Ну что? Все, Ириска, осмотри вот еще. Во. Нашла? Хорошо. Все? Буду ждать еще. Ну все, тебе все уже дала. Ты моя радость. Ой, все, все пальцы облизали. Все облизали, да? Что-то какая у нас слышимость. Это, походу, на кухне сидит сосед на нашем же этаже. То есть это ж сколько стенок и какая слышимость. Ой, ну что, все? Котейку накормили? Морда рыжая. Ну-ка, съест или не съест перчик? А, это картошечку облизать. Картошку облизать, да. Крошка, картошка. Ну что? Динь-динь. Динь-динь. Да. Обнимашки. Все? Морда довольна? Мой хороший. Похоже, от меня просят еще. Но если я дам еще, то мне нам Юли не хватит. Не Юли. Вот. Ладно. Что-нибудь тут есть? О, есть маленький кусочек картошки еще. На. Не? Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что? Ну все? Или не все? Кошка. Ой. Ой, меня укусила опасная кошка. Так вкусно, что аж нужно укусить. Ты мой хороший. Ладно, морда довольна, морда облизывается. Все, мы хорошие. Все, спасибо вам, друзья, за просмотр. Я с вами прощаюсь. До новых вкусных встреч. Да, умывашки. Все. Точно все. Ну. Прыг. Прислушивается, что говорят соседи. Ну. Все, друзья. Пока-пока.